15 августа, 143 день. Одно из моих самых нелюбимых мероприятий в походе. Это просыпаться в 5 утра, еще когда темно. И минут 20 назад только рассвело. Мы уже собраны. Андрей набрал водички вот в этой стоячей воде. Практически стоячий. На вкус она такая невкусная. И сейчас еще одно из нелюбимых. Это подниматься резко в гору. Вон туда. 3.3 мили. Резко в гору. 2000 фит. По-моему, даже больше. Обычно. Поднялись 1,8 за полтора часа где-то. Ну, потому что резко в гору. Мы почти на высоте 3000 фит. Завтракаем. Какие-то новые Андрей взял печеньки с буброй. Дошли до верхушки, до первой, только прошли 3 с лишним мили, еще идти, идти, а вон там Mountain Washington, 9 миль отсюда, я не знаю, думаю, что мы сегодня не дойдем до туда. Хотя погода располагает. Ну, если будешь сидеть так долго, то не дойдем точно. Ну, так после него негде остановиться. Ну, если мы туда придем часа 4-5, есть где. Даже 5-6. До шелтера идти еще там сколько-то? Да. Ну, это нереально. Так оно все вниз ровно. Маунт. Почему маунт? Не знаю, потому что слово такое. Маунтин? Нет. Маунтин? Гора? Окей. А что значит маунт? Это значит вершина. А, да. Окей. Пик. Маунт Джексон. Еще один хат достигли. Время где-то 11:30. В предпоследнем хате нам дали просто на листочке написали бесплатные печеньки. Оказалось, не печеньки даже, а пироги. Вкусно. Девочки сами, получается, готовят, стряпают. Thank you, girls. You're awesome. Good day. Поднялись на очередную какую-то вершину. Первая. Первая. Presidential. Okay. Давай ты скажешь. Сама говоришь. Ты Mount Pierce. Первая с южной стороны. Presidential Ridge. Сейчас вон пойдем вон туда, вон. Mount Washington. Нет. Вот выше. Правее. Я сам палец направлю. Вот так вот.
отсюда. Погода сегодня повезло, такая прекрасная, хоть и облачно, но все равно тепло, хотя ветерок прохладный. Идем на вон ту верхушку, осталось, может быть, мили две всего. Пришли еще в один хат. Андрею все, не знаю, не наработаться, просят что-то поделать за еду. Мы подмели пол, и нам сейчас дадут суп. И это, возможно, самый живописный хат из всех. Просто виды. В прошлом был бобовый суп. Это чечевичный. Уже близко. Тропа последние полтора мили вот такая вот вся каменистая. Красота неописуемая. Мы это сделали. Поднялись на Маунт Вашингтон. 6288 feet. Прошли 12.5 миль за 10 часов. 10 часов! 10 часов и 10 минут. Жесть. Это самая высокая, да, точка? New Hampshire. А восточная часть, я слышала, говорят. А, Клеменстаун. Норт Каролина. Северная Каролина. Мы пришли, у нас такого хата. Хаты. Из той хаты. И мы шли... Одну милю, 1.4 мили. И кажется, что на самом деле хат так далеко, а это всего лишь 1.4. За 40 минут дошли. На этой вершине куча туристов, дневных хайкеров, потому что сюда можно доехать на машине. Вся эта очередь стоит, чтобы сфотографироваться со значком Маунт Вашингтон. Мы тоже сфоткались. Столько много людей. Все так сделано просто для людей, которые приехали на машине. Лентяи. А мы ножками, молодцы. Дошли сами до верхушки. Капец, темень такая, это во-первых. А во-вторых, нам нужно пройти сейчас, вот видите, верхушки. Раз, два, три. И вон после той четвертой мы только остановимся сегодня на кемпинг. Это 7 миль. Кажется, опять же, что капец как много, ну, далеко расстояние, да. А это всего лишь 7 миль занимает. Придем уже, скорее всего, когда будет совсем темно и поздно. Спустились уже. Это все идет железная дорога, вагончик. И солнце освещает долину. Только долину. Гора здесь в тени. Мы не дошли 3.8. Что-то, короче, Андрей психанул, нашел место. Я прочитал, точнее, в комментариях в приложении, что есть типа место, но
тем не менее, здесь вообще останавливаться нельзя. И так удачно, что здесь есть прям рядом вода. Солнце уже садится за гору, уже закатное время. Красота, конечно, но все равно жопка жим-жим из-за того, что нельзя вообще. Но идти по таким камням тоже опасно в темноте. Так что можно сказать, что у нас emergency, такая безвыходная ситуация. Даже до ближайшего хаты 2,2 мили. Сейчас покажу.